Добрый день! Сегодня мы поговорим про растение муста. Растение муста, растущее по берегам рек с длинными стеблями, извилистыми корнями и маленькими орешками, за что ее по-английски иногда называют nut grass, то есть ореховая трава. Латинское же название мусты – Cyperus rotundus, что означает «сыть круглолистная». У мусты очень много показаний, но я бы выделил из нее то, что это растение номер один для различных спазмов мышц. Муста способна расслаблять скелетную и гладкую мускулатуру, при этом очищая ее от внутренних токсинов и воспалительных процессов, что делает это растение просто незаменимым при лечении артритов и бурситов, при которых мышца одновременно является напряженной, воспаленной и зашвакованной. Второе по важности средство применения мусты – это в гинекологии. Мы знаем уже два замечательных растения для гинекологии – это шатавари и ашока, которая дает общее омоложение организма, а ашока останавливает кровь. Муста же помогает при спазмах и поможет устранить такую женскую неприятность, как предменструальный синдром. То есть, очищая спазмы, связанные с течением крови. В женском случае мусту обязательно сочетать с шатавари. Приобрести мусту можно в Ведическом институте здоровья и исследования, The Vedic Institute of Healthcare and Research, обратившись на сайт pureherbs.eu или pureherbs.lv.